Город профессии откроют для юных химчан. 15 сентября в парке Толстого будут работать больше 40 локаций, где первоклассники смогут попробовать себя в творчестве, медицинском, предпринимательском деле и спорте. Организует праздник компания «Гигавайдер», новый оператор сотовой связи городского округа Химки, при поддержке администрации, а также около полусотни предприятий города. Кем хотят стать школьники и каковы их ожидания от будущих профессий, удалось выяснить нашей съемочной группе перед началом учебного года. Я хочу стать хоккеистом, ну потому что хоккеистам быть интересно, забивать голы, выигрывать, обыгрывать вратарей. Ну я хотел таксистом стать. Таксист возит людей в разные места. В какие, например? Ну, например, в аэропорт в Геленджик. Спасателем. Почему? Ну, так вот. Ну, тебе нравится спасать кого-то? Ну, да, вроде бы. А ты уже кого-то спасал, может быть, животных? Ну, еще нет. Но хочу. Когда я вырасту, хочу стать моделью. А почему? Потому что она красивая. Море цветов и километры атласных лент. Создавать красоту своими руками первоклашек научат флористы. Тема мастер-класса – осенний букет. Мы бы хотели познакомить наших маленьких художников с удивительным миром флористики, показать красоту цветка, познакомить с небольшим осенним букетом, чтобы они сами его собрали и забрали с собой домой. Собрать и запрограммировать робота легко. На одной из площадок юных изобретателей ждет увлекательный мир робототехники. У нас будут соревнования роботов, ну, чтобы детям было интересно. Также мы научим первым основам роботостроения с детьми. То есть дети у нас попробуют поуправлять роботом и изложить какие-то базовые функции. Праздник по традиции начнется с аллеи первоклассников. Здесь счастливые лица и грезы о будущей профессии. В завершении программы ребят ждет большой сюрприз, который никого не оставит равнодушным. Праздник «Дети. Наше будущее» пройдет 15 сентября в парке Толстого с 12 до 15 часов. Будет интересно не только юным школьникам, но и их родителям, ведь им представится уникальная возможность узнать о новых талантах и увлечениях своего ребенка.